Привет всем зрителям моего канала! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня получила посылку с AliExpress, и давайте ее откроем, посмотрим, что там пришло. Разрезаем и достаем что-то маленькое и плоское. А это пришел мешок для игрушек. У нас уже один похожий был, но тот был очень дешевый, и его быстро разорвали. Так, давайте посмотрим этот. Так. Заказали желтенький для того, чтобы был поярче. Так, как же тут все это распаковывается? Сейчас будем разбираться. Так, кармашек сняли. А что дальше? Ой! А дальше он вот так вот взял, сам и раскрылся. Здесь такая симпатичная мордашка. То, что я вытащила, это карман. Чебурашка. Мордашка-чебурашка. Так, а как же он тут разъединяется? Так, сейчас мы его разъединим, а потом как же его будет складывать, тоже надо будет учиться. Так, раскрылся он сам. Вот такой вот симпатичный мешок. С одной стороны картинка и непрозрачная, а с трех сторон прозрачная сетка. Есть ручки для того, чтобы мешок этот... Так, как тут? Дайте вторую ручку. Удобно было переносить с места на место. Есть кармашек. Не знаю для чего, но есть. И донышко. Тоже такое вот непрозрачное донышко. Прошлый у нас был полностью мешок такой вот из сетки, и порвался он как-то очень быстро. Надеюсь, что этот такой вот контейнер для игрушек у нас сохранится немножко больше. Очень красивые были разные цвета, но мне почему-то захотелось желтенький. Если вам нравится такой, я вам обязательно ссылочку оставлю под видео, и вы сможете своим детям заказать такой контейнер для игрушек. Вот такая вот красота. С вами была Галина.